Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В последнее время я очень полюбила сайт iHerb, периодически делаю с него заказы. И с моего предыдущего видео о покупках мне успело прийти еще две маленькие посылочки. Так что, если вам интересно, что я заказывала и как оно понравилось мне или нет, то оставайтесь со мной. В основном я заказывала еду, потому что я люблю вкусно покушать. А на iHerb есть возможность покупать всякие вкусности. И также там было кое-что из ухода и парочка кистей. Начну я, пожалуй, как раз-таки с кистей. И это у меня кисти Real Techniques Bold Metals, по-моему, они называются. Номер 300 это вот такая маленькая, и номер 100 это кисть побольше. Кисточка, которая побольше, она для пудры, она в принципе мягенькая, она красивенькая. Я в принципе эти кисти и хотела, потому что они выглядят красиво, но я пока ее не поняла. В принципе, она удобная, то есть ей удобно даже под глаза наносить пудру, какой-то хайлайтер вот этим кончиком можно нанести, в принципе, и скульптурирование ею в теории можно сделать, но... Пока она мне нравится меньше, чем вот эта вторая кисть. А вторая кисть 300-я, это вообще кисть для румян, по-моему. И она идеально подходит для каких-то румян, которые надо точечно так наносить. Прям вот аккуратненько. Не знаете, такие полупрозрачные, которые прям большой кистью берешь и там на пол лица можно нанести. В принципе, также ею можно нанести хайлайтер. И она похожа, сейчас скажу, на парочку кистей от Зоева. У меня сейчас просто в брошгардах стояли. Это 132, которая побольше, и 114. Ну вот чем-то она мне их напоминает. Это совсем меньше. А вот это просто чуть-чуть другой формы. Но принцип тот же самый. Ей удобно наносить точечно румяна. У этих кистей, конечно, очень красивый дизайн. Они вот такие заостренные, металлические, мягенькие, красивенькие, очень фотогеничные. Но, на мой взгляд, на них цена завышена, особенно в России. В России они стоят вообще каких-то бешеных денег. И, в общем, не знаю, если вы хотите бюджетные кисти, то это не этот вариант. Ну, в принципе, если вам финансы позволяют, если вы очень хотите эти красивые кисти, то может быть. Но лучше брать на каких-то акциях, скидках, потому что на iHerb периодически бывают скидки на кисти. И вот эти тоже также были мною приобретены на скидках. Хваленный и вообще известный бальзам для губ Blistex. Здесь 7 грамм такая баночка, SPF 20. И вот такая упаковка, из которой пальчиком можно набирать бальзам. Он пахнет бальзамом звездочкой, смешанным с ванилью. Запах на любителя. И, в принципе, само средство хорошее. Мне нравится, как оно работает, потому что увлажняет губы, оно хорошо. В принципе, хорошо долго держится на губах. Под помаду не пробовала наносить, потому что не делаю так. То есть я им пользуюсь либо на ночь, либо дома, когда я вообще не крашу губы. Но в целом из минусов, наверное, запах и вот эта упаковка в баночке. Но тут уже скорее кто как любит. Кто-то любит такие форматы, потому что она достаточно большая. Здесь 7 грамм и хватит надолго. А кто-то больше любит в форме классической пули, чтобы можно было из упаковки наносить и не лазить туда пальцами. Не совсем по сезону, но я приобрела себе бомбочку для ванны, роза и сандал. Не совсем по сезону, потому что все-таки ванную летом, когда жарко, я не принимаю. Это больше осенний ритуал, так сказать, но мне очень захотелось, потому что я люблю запах сандала. Розой пахнет слабо, немножечко так оттеняя сандал. Ну, если вы любите сандал, то почему бы и нет? Но вообще запах на любителя. Мне маме, например, не понравился запах. Такая пока в упаковке лежит, ароматизирует у меня помещение. Ну, вообще потом чуть попозже расскажу. И там разные запахи у этой фирмы. Я вообще люблю бомбочки для ванной. Что касается ухода, взяла себе вот такие две баночки пропитанных салициловой кислотой, BHA кислотами дисков. Это Stridex, вот эта версия синенькая, она с 1% кислотой, вот эта красненькая с 2% кислотой. Если вы помните, то я в фаворитах рассказывала о моих любимых таких же ватных дисках от Cosrx. Это в принципе то же самое, у них чуть-чуть отличается форма, сейчас
покажу. Так, у меня, кстати, здесь разрезано напополам, потому что очень много пропитки. Вот такая форма, они не круглые, а с выемкой. Пропитки действительно очень много. Можно обмазать пол тела, ну, либо резать на 2-3 части. Это, кстати, маленькие баночки, здесь 55 дисков. Я взяла и одну, и вторую, чтобы понять, какой именно состав для моей кожи лучше, потому что здесь процент меньше, здесь процент больше, и больше, естественно, подойдет для проблемной сильной кожи. То, что поменьше, точно подойдет для сухой чувствительной, для моей подошли оба варианта, и мне даже, наверное, более концентрированные нравятся чуть-чуть больше. Что касается именно мною применения этих средств, только в определенные неблагоприятные для кожи периоды, один раз в день, через день, не чаще, потому что я боюсь все-таки пересушить кожу, но именно бороться с какими-то воспалениями хорошо помогает. В общем, я бы сказала, что это бюджетный аналог тех дисков от COSRX, пока вот пользуюсь всеми тремя видами, и не могу назвать, какие лучше, но вот эти и COSRX, вот эти проигрывают им двум, а именно вот если сравнивать с COSRX, то разницы я особо не замечаю. Бестселлер iHerb и также нахвалено на YouTube средство, это такой натуральный тоник Aloe Vera Formula у меня с розой. Там есть еще другие варианты, у него очень хороший состав, здесь глицерин, алоэ вера, также здесь ароматизатор натуральная роза идет, гомомелис, также здесь розовая вода, и в принципе, что самое главное, здесь нет касторового масла, потому что во многих тониках есть касторовое масло, и оно может забивать поры. Я пока чисто для себя не совсем определила, забивает мне касторовое масло поры или нет, сильно негативного воздействия оно на меня не оказывает. У меня тоник от Chanel, там касторка есть в составе. Но в любом случае это более натуральный вариант, и мне пока этот тоник очень понравился. Я пробовала всего несколько раз, потому что, ну, как бы мне нужно предыдущее средство закончить. Но, честно скажу, очень довольна, приятно пахнет розой, именно розовой водой. Если вы любите этот запах, если нет, там есть другие ароматы. Мне очень нравится натуральный состав. И я думаю, что в принципе, если мое мнение за полноценное использование всей этой бутылочки не изменится, то можно будет продолжать пользоваться подобными тониками и заказывать их на iHerb. Здесь 355 мл, и цена у него в принципе, ну, намного дешевле, чем у люксовых каких-то тоников. Переходим к вкусненькому. В прошлый раз я показывала пустые упаковки, в этот раз будут полные. Это чипсы кокосовые, вот эти оригинальные, они с кокосом и солью, а вот эти это с кокосом, морской солью, и вообще написано карамель. Они немножечко по-разному зажарены, вот эти вот такие беленькие, вот так вообще выглядят, как просто полосочки такие кокоса. А вот эти такие более румяненькие, и мне кажется, чуть-чуть даже более вкусные. Они сладенькие, они хрустящие, они вкусные, они мне очень нравятся. Я, честно говоря, с трудом удержалась, чтобы не съесть эти обе упаковки. Также из вкусных таких полезностей сладостей у меня великолепная вишня в шоколаде. Это натуральная вишня, которая не отдает никакой, знаете, пьяной вишни, как это бывает иногда в баночках или на тортиках. И она в глазури, в шоколадной, здесь 70% какао и действительно хороший состав. Такие обычные вишенки, натуральный шоколад, натуральная вишня, все очень вкусно и полезно, потому что это такая хорошая альтернатива обычным конфетам. К кофе, к чаю, в общем, побаловать себя. Единственный минус – поскольку это шоколад, поскольку это может растаять, они не доставляют летом. По-моему, с середины июня до то ли начала сентября, то ли опять же до середины сентября нельзя заказать эти фрукты. Там разные, потому что, точнее, ягоды. Там еще, по-моему, была клюква или черника. В общем, там разные варианты есть вот именно у этой фирмы. В общем, нельзя заказать, поэтому я слопаю вот эту упаковку. Здесь осталось чуть-чуть, я экономлю, здесь было гораздо больше, сколько здесь, 142 грамма. В общем, слопаю и буду ждать осени, чтобы заказать себе еще. Наглядела у Оси в видео вот такую кокосовую манну, именно вот ту, которую она советовала, взяла, потому что там есть еще другая.
большая такая увесистая тяжелая банка, и здесь, ну, вот такое вот, типа пюре кокоса, оно сладкое, оно вкусное. Если хранить при комнатной температуре, можно есть ложкой. Если убирать в холодильник, то можно потом, знаете, раскалывать как бы ножом так их и кушать как, ну, не то что как чипсы, они не такие получаются высушенные. В общем, очень вкусно. Не совсем согласна, что это начинка рафаэлок или баунти, не помню, что говорили, потому что... Ну, чуть-чуть, в Баунти более фактурная, у рафаэлок, вот, кстати, да, может быть, на рафаэлке похоже, просто кокосовое пюре, именно мякоть кокоса, очень вкусно, альтернатива, опять же, разным всяким сладостям, и для любителей кокоса также, мне кажется, обязательно попробовать подобное средство, почему средство? Подобную вкусную штуку, если действительно вы любите кокос, почему бы и нет. Дальше кое-что на любителя, это два арахисовых масла, арахисовая паста. Первую я заказала с белым шоколадом, это Peanut Butter & Co. фирма, тоже стоит бестселлер на iHerb, белый шоколад. И посмотрите, как много я ее слопала. На самом деле, вкусная штука, и в первый день я ее поела ложкой, потом я еще себе сделала тосты с этим маслом, пастой арахисовой, и я поняла, что так много арахисовой пасты в день кушать лучше не надо. Она очень жирная, калорийная, и в принципе два тоста с помазанной арахисовой пастой, как-нибудь пол яблока, можно наесться и сделать себе такой завтрак, ну, если совсем некогда там кашу варить. Так что вкусно, мне нравится, опять же, на любителя, кто-то любит, кто-то нет. Очень характерный запах и вкус арахиса, вот действительно... Ну, как будто арахис, вот его перетерли, и все, здесь добавлен белый шоколад, и она такая сладенькая. Вот здесь добавлен темный шоколад, и она тоже сладкая, но более шоколадная, но не сказать, что прям очень характерный вкус шоколада, все-таки арахис выбивается сильнее. Это мне пришла чуть попозже, и пока я еще не так сильно ее полопала, но в любом случае штуки классные, вкусные, если любите, то... Почему бы и нет, мне понравилось, моему мужу тоже понравилось. Иногда кушаю, но не злоупотребляю, потому что все-таки калорийные. И да, они, как в принципе большинство товаров на iHerb, в общем, они без глютена, без ГМО, и всякие, в общем, для вегетарианцев подходят. Ну, это касается вот этого, и это касается то, что я показывала из продуктов ранее. И последнее, что у меня осталось, это вот такие симпатичные баночки, это приправы. Фирма Simply Organic, буду по порядку вытаскивать и рассказывать. Первой мне попалась Pumpkin Spice, тыквенная приправа, это обалденная приправа. И, ну, у меня она ассоциируется с осенью. У нее такой, знаете, пряный запах и вкус. Честно говоря, она очень универсальная, подходит для кофе. Я добавляла ее в шарлотку. Сегодня утром я делала панкейки, добавляла для пробы в панкейки. Классно, очень вкусно, пряно, согревающе. Осенью будет, я думаю, мой фаворит, и буду ее использовать прям чуть ли не каждый день. Сейчас для жаркой погоды может быть не так характерно какие-то пряные блюда добавлять, но в шарлотку классно, и также, я думаю, будет печенье здорово с ней делать, может быть, какие-нибудь блины начинять яблоками, не с корицей, а вот с этой приправой, и здесь кардамон, имбирь и еще парочка каких-то... приправа, в общем, я оставлю ссылку на эту приправу, потому что я не все названия приправ, к сожалению, знаю по-английски, а здесь они названы именно по-английски. Следующая приправа – это лимонный перец, с лимон здесь соль, перец, также здесь чеснок, анис, тмин и еще чего-то там. Классная приправа, универсальная для всего, мне нравится ее добавлять в салаты, я здесь уже так прилично ее попользовалась, потому что была прям под самую крышечку насыпана. Нравится также добавлять ее даже сверху омлета, к любому, в принципе, блюду, к картофелю, ну, мясо можно также ею как бы приправлять. Есть вообще такое слово? У меня будет слово «приправлять». Почему бы и нет? В общем, приправа классная, мне понравилась, мне нравятся очень их упаковки, они такие красивые, и здесь достаточно много
именно по объему, потому что вот эти маленькие приправы в пакетиках, они у меня слишком быстро заканчиваются. Покупать целую охапку пакетиков, чтобы они где-то там стояли, ну, мне неудобно, поэтому вот такие баночки отдаю им предпочтение, и, наверное, в следующий раз на iHerb буду что-нибудь брать, еще что-нибудь закажу. А следующая приправа стала для меня спорной, я пока ее вообще не поняла, это копченая паприка, мне ее советовала одна из подружек, сказала, вот классно, мы такую всегда заказываем, мне нравится. Вообще непонятно, у нее какой-то странный запах, вот именно копчености, может быть, потому что я не люблю, знаете, колбаски бывают копченые, я такое просто не ем, но у меня муж ее добавлял совсем капельку в пельмени, ему понравилось. Ну, я как-то пока не знаю, может быть, в какое-то блюдо все-таки добавлю. Если вы любите копченую паприку и используете, подскажите, как вы ее готовите, и много ли добавляете, или прям совсем чуть-чуть. Пока не знаю, пока сомневаюсь и побаиваюсь ее даже немножечко применять, потому что запах у нее, ну, очень специфический. Но она странная. И последняя приправа, которая у меня есть на данный момент, это приправа для курицы. Тоже очень красиво выглядит, баночка чуть поменьше, здесь 31 грамм, в тех было, по-моему, по 90 или около того. Так, здесь достаточно большой состав, и тоже, кстати, соль есть, и соль здесь морская во всех приправах, ну, в которых есть соль. Чеснок, анис, розмарин, тмин, орегано, майоран, перец, а также кориандр. В общем, приправа тоже классная, приятная. Не могу сказать, что она чисто для курицы. По-моему, тоже достаточно универсальная. Состав, как вы поняли, достаточно богатый. Это я еще, по-моему, не все назвала. Вот, мне нравится. Понравились вообще в целом все эти приправы. У них удобная упаковка. Здесь вот как бы есть большое отделение, которое можно поднять, если, например, вам удобно в ложку высыпать, и дырочки для того, чтобы вот прям сверху из упаковки посыпать. В общем, довольно хорошие очень приправы, не зря их хвалят. Насчет iHerb хочется добавить, что у них немножечко изменилась система с скидками, потому что раньше был как бы код на скидку, который давал возможность получить скидку только там на первый заказ, по-моему, то ли 5, то ли 10 долларов, в зависимости от суммы заказа. Теперь это 5% к любому заказу, поэтому я оставлю свою ссылку на всякий случай, если вам будет необходимо сделать заказ. Я также ищу в интернете какие-то скидки, чтобы получить на свой заказ небольшую скидку, почему бы и нет. Также у них проходят периодически акции, каждую неделю то на одни, то на другие товары бывает скидка. Также они достаточно быстро доставляют теперь все заказы, потому что раньше они, по-моему, почтой шли, теперь это Boxberry, служба доставки. В общем, мои заказы приходили мне достаточно быстро. Также у них есть бесплатная доставка, по-моему, от 3,5 где-то тысяч. Но если вы не набираете на такую сумму, то есть товары с пометкой «эконом доставка», и, соответственно, добавив парочку таких товаров, а это могут быть даже какие-то маленькие продукты, совсем недорого стоящие, вы немножечко экономите на доставке. Так что это все достаточно удобно, и я надеюсь, что моя информация была для вас полезна, потому что о том, что изменилась система скидок, я узнала, честно говоря, совсем недавно. На сегодня это все. Если чем-то из этого вы пользовались или пробовали, то оставляйте свое мнение в комментариях, мне будет интересно почитать. Если у вас есть прям бестселлеры, на ваш взгляд, iHerb, то также оставляйте в комментариях, потому что я думаю, что в ближайшее время я еще сделаю один или два заказа, потому что мне понравилось. Спасибо, что были сегодня со мной, спасибо, что подписываетесь на мой канал, спасибо за ваши пальчики вверх, которые меня поддерживают и показывают, что вам интересны мои видео, так что не забывайте их ставить, если вам понравился этот видеоролик. И до встречи в новых видео, всем пока!